Ачинский нефтеперерабатывающий завод на месяц остановился на профилактический ремонт. Это ежегодное мероприятие, но обычно оно проводилось весной, а в этот раз сроки решили сдвинуть на осень. Во время ремонта проведут необходимую замену и диагностику оборудования, что невозможно сделать в ходе производственного процесса. До этого на профилактику закрылся Омский НПЗ. Ранее эксперты предрекали, что из-за остановки двух заводов может возникнуть дефицит топлива, а стоимость популярной марки АЕ-92 подняться до 36 рублей. Однако в Министерстве промышленности, энергетики и торговли края заверили, поводов для беспокойства нет. Все необходимые запасы горючего сделаны. На сегодняшний день на краевом предприятии «Красноярск нефтепродукт» сформированы запасы по 92-му виду топлива до 29 дней, по 95-му до 35 дней и по 98-му до 30 дней. Хотела бы отметить, что на период прохождения профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах сформированы дополнительные запасы, которые окружают в текущем режиме. Сбоев с поставками в территорию нефтепродуктов нет, и предпосылок к дефицитным явлениям также нет.